Угли. То ли речь о древесных углях, то ли о другом топливе человеческом, таком как спайс, микс или соль. И все бы ничего, если бы в Барнауле была пара таких надписей. Но рисунки зашли слишком далеко. Появляются под крышами домов, на детских площадках, несколько десятков записей прямо в центре города. Чаще послания можно увидеть в местах скопления молодежи, в общежитиях, возле учебных учреждений. Например, здесь, возле Алтайского госколледжа, еще пару дней назад была большая надпись «Угли». Это единственная надпись, которую закрасили. В региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков сообщают, что пока не могут с полной уверенностью говорить, что речь идет о рекламе наркотических средств. Но мистическими надписями уже заинтересовались. Константин в сфере наркотиков – тертый калач. В Заринске и в Барнауле он постоянно выходит на борьбу с настенной живописью закладчиков. Знает всю схему изнутри, но даже его угли смутили. Я 10 лет уже занимаюсь этой проблематикой наркомании, алкоголизма. И вот в последнее время какие-то странные надписи начали появляться. Меня просто тревожит эта тенденция. Конкретно об этой надписи я ничего не знаю, но просто так их не пишут по всему городу. СК, сокращен эту скорость, соль, которая сейчас, в простонародье она, в которой люди вообще сходят с ума за полгода. Такой наркотик. Ну и россыпь тоже. Это можно видеть много видео, как спайс называется, как люди там под ним кувыркаются. Вот этот, то есть вот этот магазин продает эти виды наркотиков. В июне активисты движения «Антидилер» закрасили несколько записей в поселке Восточный. Но адреса сайтов появляются снова и снова. Это один из них. Для удобства администраторы разделяют клиентов по районам, пишут о ценах и способах покупки. Здесь же небольшая биржа труда. Требуются графитчики. Цена за одну надпись – 100 рублей. Возможно, оплата товаром. Странно, если закладчики наркотиков получают реальный уголовный срок до 20 лет, то так называемые драг-промоутеры отделываются легким испугом. Пропаганда, либо незаконная реклама наркотических средств, психотропов, также новых потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей. Даже если загадочные угли всего лишь безобидное баловство подростков, а не привлечение клиентуры в наркобизнес, управляющие компании обязаны закрашивать надписи. Но вот уже несколько недель подряд этого не происходит. А значит, пока к ответственности за неисполнение обязательств следует привлекать их. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Павел Лаурнин. Наши новости.